Помнишь то видео? Это не про секс или насилие. Это хобби. Это искусство. Мы зовем это игрой в призраков. Типа косплей вторжения в дом. Это вызов. Живешь в доме, хозяева не знают. Мы с Адрианом что-то срочно планируем. У тебя есть шанс. Шанс проникнуть в дом. Три правила. Не попадись, ничего не кради. И имей план. Иди спать. Время действовать. Все выходит из-под контроля. Это сообщение, трансляция. Сэм, где она?